Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в Ярославль! Заснеженный, еще не совсем зимний, но уже приближающийся к этому прекрасный российский город, в котором сегодня матч с очень мощной вывеской. Шинник против Торпедо. Два суперветерана, которые, конечно же, символами своих команд должны считаться. Но, может быть, они выйдут по ходу матча, который начинается. И Шинник первую атаку через правый фланг проводит. Йорди Рейн. Смещение в центр. Ой, как же красиво. Давай пробьем. Удар выше ворот. Да, вот такое оставление Рейна нужно было, конечно, завершать ударом в створ. Снег убирали с трибун. Тоже очень плодотворная была проделана работа. Но болельщиков немного все-таки. Атакует Торпедо. Подача на дальнюю штангу. Гангадзе. Скидка. И можно бить. Ничего себе гол. Мяч в ворота залетел. Гангадзе во втором туре кряду забивает. Но большие вопросы к Александру Долгину. 1-0. Торпедо выходит вперед. Никто не скажет, что это несправедливо. Но Гангадзе пробил, конечно, плохо. Это очевидно. Но еще хуже сыграл голкипер Шинник. Да, как говорил, по-моему, это был Сергей Павлов когда-то еще в 90-е в интервью после матча. Сегодня все играли плохо, а некоторые еще хуже. Вот это примерно описание этого эпизода. Но, тем не менее, 1-0 в пользу Торпедо. Гангадзе. И поэтому ему было больно. А тут, значит, попадает в штангу. Да, пока самое главное оружие Шинника – это стандартное положение, а именно угловые. Журавлев в борьбу, а вот дальше классная передача. Выход один на один, и Довбнина этот раз тащит. Хотя удар Дмитрия Полоза был сложнее гораздо, чем то, что исполнял Гангадзе. Один в один, и без подстраховки здесь оставляют. Как же так? Удар, снова Довбня, добивание. Вот нельзя оставлять Рейна один в один. Нужна нельзя, обязательно конечно. Подстраховка. Хорошая атака. Прострельный пас. Подбор за Торпедо. И удар. Довбня парирует. Добивания нет. Ну, сколько он вытащил уже? Три. Минимум мертвых момента. Но, может быть, еще не все потеряно для Шинника. Подача. Хорошая, вот сейчас, кстати. Например! Да, но даже удара опять не было. Да, вот сейчас самый был верный шанс забить у Шинника. Надо пытаться перекинуть, конечно же. Удар низом. Нет, низом есть возможность забить. И 1-1 Шинник сравнивает счет в этом матче. Я же говорил, рано нам тут прогнозировать безголевое окончание. Артем Самсонов. Что я говорил? А что я говорил в первом тайме? Так, подожди, давай. Ты 10 раз уже отказывался от своих слов, менял показания, так что это все не считается. Важно, что происходит на самом деле. 1-1. Посмотрим. Ну, здесь, во-первых, нарушение такое, конечно, очень условное было, но тем не менее было. И вот этот удар низом, неужели стенка все-таки развалилась? Или успел ее обвести Самсонов? Самый последний момент. Прострел. Алов. Ну и будет удар. Есть удар. О, чуть было не залетел мяч в дальний угол. Сантиметры отделили сейчас Шинник от победы, от волевой победы в этом матче. Со своей позиции я уже мяч видел в воротах. Итого 1-1. Финальный свисток фиксирует ничью. 22 очка становится у Торпедо, 21 у Шинника. Они остаются в серединке. Ничего так, матчик мы с вами посмотрели. Замерзли, конечно, но надеюсь, что не разочаровали вас своей работой. Вадим Азаренко и Павел Занозин комментировали для вас из Ярославля. Смотрите первую лигу.